Здравствуйте, мы с вами приехали на мызу Колга, который находится неподалеку от Таллина, в районе Локса. Здесь когда-то было огромное поместье, а сейчас все поместье находится в очень таком заброшенном состоянии. С точки зрения объекта для путешествий не очень представляет большой интерес. Хотя, если вы собираетесь провести свадьбу, я думаю, что здесь можно выстроить шатры, поставить палатки, заказать кейтеринг и... В этом живописном парке ранней осенью или поздним летом можно устроить неплохую свадьбу. Вот это большой господский двор и дом мы с вами видим. Он сейчас находится в весьма плачевном состоянии. Здесь рядом идут постройки, старый парк, деревья очень старые. Потенциал у этого места, у мызы Колга, огромный. Но пока вот как-то так это все выглядит. Заброшено.